Много стихов посвятил своему селу Визов Городищевского района поэт фронтовик Александр Никифоров. Даже живя и работая в столице, лирический певец Волги не забывал живописного уголка в Жигулевских горах. Той же монетой платили ему земляки. Имя уроженца Радищевской земли бережно хранится в памяти не только жителей села, но и всех, кому дорого художественное слово. В прошлом году с большим размахом в Визовке отметили столетие со дня рождения Александра Никифорова. А совсем недавно, на прошлой неделе, отметили еще одно значительное событие. Местной общеобразовательной школе присвоено имя знаменитого уроженца Визовки. Когда мы начали готовиться к празднованию его столетия, а мы начали готовиться задолго до празднования столетия, как-то так вот пришли к мысли о том, что а почему бы нам не присвоить в школе имя поэта Александра Михайловича Никифорова. Но оказалось, что сделать это быстро нельзя. Нужно заполнить множество бумаг, нужно пройти множество инстанций, прежде чем присвоить имя героя. И поэтому к столетию мы это сделать не успели. Праздник мы отпраздновали, но идея этой все-таки нас не покинула. Гостеприимно принимали визовцы, приехавших на праздник поклонников творчества Александра Никифорова из Ульяновска и Сызрани. В торжественной линейке участвовали все ученики школы. Стихи знаменитого земляка они читают и учат, что продемонстрировали в праздничный день. Пришла война, мужчин на фронт призвали, осиротела страна в тревогах и печали. На нивах женщины одни, да старики, да дети. Порой казалось, что они одни на целом свете. Пришла война, позвал народ, вставай на подвиг славный. И дом покинул свой черед муж Ольги Николаевны. Оставил он четверых ребят и, обнимая Олю, сказал: «Коль не вернусь назад, ищи другую долю». На сцене школьники инсценировали одну из самых известных поэм Александра Никифорова «Сосна». Поэтическое произведение народным языком рассказывает о тяготах тыла в годы Великой Отечественной войны и о всепобеждающей жажде жизни. Среди действующих лиц поэмы – крестница Александра Михеевич, девочка Лида. Прототипы героини встречаются на школьной постановке. В жизни бывают такие удивительные встречи. Лидия Строкова вспоминает про своего известного родственника. «Приезжал он к нам, приезжал все время, встречали мы его. И все время он меня брал, стихи, он мне все время читал стихи, Много я у них был, раз пять я, наверное, у них была». Жизнь разбросала уроженцев Визовки по разным городам и весям земли. Но, как и Александр Никифоров, они продолжают гордиться своей малой родиной. «Сегодняшнее мероприятие, которое проходит в стенах вот этой школы, меня очень радует, так как я сам являюсь жителем этого села и также являюсь выпускником этой школы. Очень приятно было видеть сегодня почетных гостей, которые, несмотря на занятость, участвуют вот в сегодняшнем праздничном мероприятии». Раз живет школа, продолжает жить и село. Недавно в образовательном учреждении появился музейный уголок, посвященный Александру Никифорову. Возможно, в недалеком будущем из него появится настоящий полноценный школьный музей. Память сохраняется, и вместе с ней тянется нить, связующая времена. Пока существует сельская глубинка, продолжается история нашей большой родины. Егор Цтов, Даниил Сурков, Новости дня, Ульяновская правда.